Поехали! Ай, прыжки на месте, чни, танцы, горок! Чни, танцы, горок! Боевая стойка! Смена стойки, гаку-цуки! Эй! И, эй! Сам, раз, два, эй! Си-ки-ай! Эй! Го! Раз, два, ки-ай! Го! Тай! Си-ч! Тай! Па-ч! Тай! Вот у нас ты! Эй! Я вышел. Отлично. И теперь добавляем сюда вынос колена. Смотрите. Вынос колена, смена стойки. Гаку-цуки. Вынос колена, смена стойки назад. Гаку-цуки. То есть я поднял ногу, убрал ее назад. Гяку. Поднял ногу, убрал ее назад. Гяку. Поняли? Эй, медленно. Ич. Эй. Ни. Вверх, назад, бяку. Сан. Вверх, назад, бяку. Си. Вверх, назад, бяку. Го. Ро. О. Сич. Колено вверх, назад, гяку. Хач. Ты. Ты. Эй. И я мы подышали. Причастовал то же самое, полный скорок. Смотрите, из прыжков на месте. Мы резко выносим ногу, убираем ее назад. И сразу гаку суки. Эй! Эй! Боком! Вверх-назад гаку! Вверх-назад гаку! Приготовились! Левая нога впереди! Эй, прыжки, хизюме! Ич! Эй! Три! Раз, два! Эй! Два! Раз, два! Эй! Чи! Go, Dicky I. Hey, hey. Rock. Hey. Chich. Touch. Руки выше поднять. Two. Two. Поднимали. Так. Хорошо, смотрите, в чем особенность. А, надо ногу поднять вверх и убрать ее назад. Не вверх и вот сюда. И согнуть вперед. А вверх, назад, и гаку-цуки. Получается, я вызываю соперника, убираю ногу назад, делаю гаку. Понятно? Поняли? Значит, ногу убрать, совсем совсем назад. Это понятно? О, поехали, левая нога впереди. Назад, эй, вперед. И раз, назад, эй, вперед. Назад, назад, убирай. Си. Го. Спинку ровно держи, Костя. Тыч. Хач. Эй! 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 Я мы. Эй! Окей. Следующее. Мы будем с вами делать маваши гири. Маваши гири. Из стойки. Эй! Хочу дать.
носки наружу. Удачи. На месте. Мамаши гири. В каждую сторону. Без пошага. Выдавились. Идти на месте. Помним про прицел. Мы смотрим на длинный носочек. Стоп. Руки. Смотрите, существует два варианта мамаши гири. Один вариант мамаши гири выполняется длинным вот таким носком. И удар наносится вот этой частью, на которую держит руку. Понятно? Не кончиками пальцев, а вот этой частью держит. Эта часть должна ударить на соперника. Второй вариант мамаши гири мы сейчас сделаем. Так вот, варианта удара кочергой вот такой, который вот так болтается, так вот так, нету. Носок должен длинный, натянутый быть, и бить вот так. А не вот так. Вот так носок бьет. Понятно? Значит, и вы должны обязательно смотреть на прицел. Голова ровная. Вижу, вижу свою ногу. И вы должны сейчас встать левой ногой в камере и делать мне... Вот так. Я должен видеть ваш носок и ваше лицо в одну линию. Носок и лицо в одну линию. Приготовились. Левая нога впереди, прыжки на месте. Мамаши гири прицельно, точно. Ич. И. Стоп. Стоп. Руки поднять, Баван. О, хорошо, хорошо. Чуть-чуть задержать там ножку. Три последний раз. Ямы. Хорошо. И Марфи, последний хороший мамаши гири получился. Последний мамаши хороший. Потому что на последний максимально развернул мозгу. Максимально развернулся, а последний мамаши получил с боку удар. А в основном у всех удары мамаши идут вот так, снизу вверх. Это вы пьете мамаши гири и чуть-чуть мамаши гири свой разворачиваете. А мамаши гири идет в книжку, с боку. Поменяли ногу, правая нога в книжку. И смотрим прицельно. Вот более длинный носочек делай. Ни. Там. И. О. О, чуть-чуть задержать ножку. Задержать ее. О, мать, отлично. Кю. Сейчас делаем так. Вместо обманного удара делаем полноценный настоящий мамаши гири с длинной ноги. И вместо да, делаем мамаши, складывается, убирается назад. Понятно? Итак, если я делаю мамаши левой ногой, то я меняю стойку и левой рукой делаю дяку. Мамаши правой ногой, меняю стойку, дяку правой. Понятно? И между двумя ударами нужно отходить назад. И двигаться все время вперед, назад. Смотрите. Мамаши, назад, вперед. Мамаши, назад, вперед. Приготовились. Левая ножка впереди. Давайте, давайте. Ич. Эй.
Три, два, два, эй! Эй! Давайте, давайте, эй! 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 Го! Эй! Го! Го! Эй! Молодцы! Эй! Хач! Эй! Кирилл! Эй! О, отлично! Дзю! Эй! Ямы! Что ты держишь с ручки здесь, Захаров, Артем? Что это такое? Я боюсь! Что это такое? Руки здесь находятся. Идет Малаши. Назад, руки здесь. Возврат. Понятно? Варвара, иди сюда. Давай, посмотри. О, смотрите, вот у меня соперник. Я делаю Малаши. Назад от соперника и обратно к сопернику. И руки все время подняты. Что происходит? Вот я делаю маваши, я забираю ногу, соперник у меня, и я здесь бам! Понятно? Если я делаю вот так, вот, если я делаю раз, здесь падаю, то я получаю сразу же. Приготовилась встретить меня. Раз, бам! Поэтому я делаю раз, бам! Как только соперник на меня пойдет, давай. Я забираю ногу назад и забираю его. Раз, бам! Понятно? Значит, спасибо, Анечка. Вы должны сейчас сделать маленькую паузу. Вот здесь. Раз, и назад, быстро, бам! Раз, бам! Подождать соперника, понятно? Но руки, вот, руки раз, и пам! Поняли? Маленькая пауза между малышами и пятой. Йой, мне надо впереди, прыжки на внешний ряд. Эй! Эй! Сам! Эй! Си, последний раз! Эй! Ямы! А теперь я делаю счет. Вы делаете маваши. Убираете ногу назад и идет подсчет. Я говорю, ич, вы делаете маваши, ногу назад. И сидите, нитка идет. Как только я откроюсь вам навстречу, вы сразу быстро делаете гяку. Понятно? Итак, я говорю, ищ, вы делаете раз, два. Потом я открываю, вы делаете эй! Поняли? Йой! Эй, хаджимэ, прыжки на месте! Ищ! Эй! Что? И! Эй! Отлично! Сам! Эй! Да, руку быстрее назад забирай! Си! Эй! Го! Эй! Руки поднять! Го! Эй! Последний раз! Чич! Эй! Отлично, подышали. Костя, чуть-чуть дальше тело закручивать надо. Вот это маленький удар. Вот это тело до конца раскрутить. Понятно? То есть вот так вот, вот так тело сделать. Вот так, до конца. Я не буду. Итак, сейчас поиграем немножко. Я буду в боевой стойке. Вот я закрыт. Если я опускаю руки, то что вы сделаете? Какой удар? Ногой.
Дмитрий, молодец! Самое лучшее, самое обычное – это кидзами. Отлично! Если я вот так вот сделаю... Гяку. Отлично! Или можно вот так, тоже гяку в голову, да? Если вдруг я начинаю стоять спиной к вам... Малаши! Малаши, спину. Понятно? И так далее. Вы придумываете, в зависимости от того, как я открылся. Вы готовились? Эй, эй! 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 Отлично, молодцы. А теперь я вас атакую. Вы делаете блок и контратаку. Понятно? Понятно? Поехали. Эй! Эй! Чей! Чей! Хорошо! Чей! 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 Последок. Комбинация. Смена стойки гяку. Кидзами гяку. Показываю. Смена стойки гяку. Кидзами гяку. Малаши. Готовы? Медленно. Делаем вместе со мной. Смена стойки гяку. Кидзами гяку. Малаши. Смена стойки гяку, кидзами гяку, малаши. Смена стойки гяку, кидзами гяку, кидзами гяку, малаши. Договорился. Чуть-чуть быстрее. Си, раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Но, раз, гяку, кидзами гяку, малаши. Пить, гяку, кидзами гяку, малаши. Сначала смена стойки, потом гяку. Смена стойки, гяку, кидзами гяку, малаши. Первым еще быстрее, еще сильнее. Да! Смена стойки гяку, кидзами гяку, малаши. Эйс! Попустили еще сильнее. Ей! Смена стойки гяку, кидзами гяку, малаши. Да! Смена стойки гяку, кидзами гяку, малаши. Эй! Гяку, кидзами гяку, малаши. О, смена стойки гяку, кидзами гяку, малаши. Так. Треть.
Эй! Так, где кия в конце? И самый-самый лучший, самый последний! Ну что, смотрите следующее упражнение. Очень важное упражнение. Кому устали ноги? Поднять руку, у кого ноги устали. Сегодня пятница. Сейчас мы должны добить наши ножки. Смотрите, что мы делаем. Начальное положение шикудачи. Да, ровная спина шикудачи. Наклонил руки, положил на пол. Сделал планку назад. Шикудачи. Выпрямил. Показываю боком. Смотрите. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. При этом нельзя вставать вверх. Только шикудачи применить. Смотрите еще раз. Раз, два, три, четыре. Который имеет подсчет. Раз, два, три, четыре. Это твой удалить все файлы. Костя, работай. Ро! Не поднимай, ниже сели! Раз, два, три, четыре! Не давать ни капельки, Маша, ниже садись! Ниже! Ниже, потерпеть! Ниже, колени снаружи, колени раздвинули. Отлично, встали. Ну как, попки? У кого попа болит? Попа болит у кого-нибудь? Нет? Да, тогда еще 10 раз приготовили. Вот так, низко. Эч, раз, два, четыре. Попа должна ниже, чем колени тебе. Попа под коленями. Сам. Ну, все, чтобы... Последний раз. Сели ноги в стороны. Голова на одну ногу. Одну ногу положили под себя. На одну ногу. Сейчас включай. Поменяли ногу. Растяжка бабочкой.
Встали. И круги бедрами. И сад. Си. Другая нога. И ни. Сад. Си. И ручки вращаем вперед. Ручки назад. Ручки по спинке похлопали. Шею потянули в сторону. И другая сторона. Вдох. Выдох. Вдох. Выдох. Вот такая неделя. Ну что, молодчиночки. Как сегодня оцениваете свою тренировочку? Как потрудились? Нормально. О, нормально. Так, Маша, как потрудилась? Хорошо. Ну что, так. Вова, не ленился? Не было тяжело? Руки не устали? В следующий раз возьми по две гантели в каждую руку, чтобы они не опускали. Ты, Артем Захаров, так прыгайте с гантелями. Если гантели упала вот сюда, то тебе должно быть больно. Понял? И руки все время здесь подняты, и не опускаем ручки. Ну, это шутка про гантели, но руки все время должны быть собраны. Михаил, спасибо за то, что был с нами. Гудско. Отлично. Была хорошая тренировка. Надо почаще так тренироваться. Ага. Так, выходные. Отдыхаем. Едим, спим, гуляем на улице. А в понедельник снова классно потренируемся. Всем спасибо. Вот такая нерысь. Чтобы не рысь. Всем спасибо за тренировочку. Я выключаюсь. До свидания. До свидания. Пока-пока. Да, да, да.